От славы и почета до массовых репрессий после Октябрьской революции, когда военное сословие было фактически ликвидировано. Такова богатая история казачества. На подведении итогов конкурса журналистских работ вспоминает о возрождении самарского казачьего землячества. Не так давно общественная организация отметила свой 30-летний юбилей. Казачество важно для нашего города, для нашей области, прежде всего тем, что эти организации сплачивают молодежь, обучают их основам той традиционной нравственности, которая была характерна не только для казаков, но и для коренных жителей нашего региона в целом. Казаки всегда выступали за укрепление нашей державы и в духовном плане, и в военном, и в экономическом. Поэтому, развивая казачество, мы укрепляем нашу державу. Лейтмотивом конкурса выступила тема жизненного уклада в современной станице. Журналисты представляли свои работы в 5 различных номинациях. На конкурс было отправлено более 300 работ. В числе победителей и корреспондент телеканала «Самара ГИС» Елена Чернявская. Я хочу сказать, что это оценка не только лично моей работы, но, конечно, всей творческой группы, и операторов, и монтажеров. Я хочу сказать всем огромное спасибо и отметить участие администрации города Самара, потому что мы всегда работаем в тандеме. Ну и, конечно, казаков, которые всегда очень активны, интересны, с ними очень приятно и здорово работать. Представители казачества поздравили победителей и вручили им медали и памятные подарки. Проводить конкурс планируют и в будущем году. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Григорий Плешаков. События.